вечер, уважаемые телезрители. Сегодня суббота, и как обычно в это время на канале муниципального телевидения информационная программа «Новости района». В студии работает Марина Хубсарокова. Миллионы мусульман отметили один из главных праздников – Ураза-Байрам. Он завершил священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Празднование Дня Разговения началось рано утром с молитвы во всех мечетях Кашхабского района. Хвачу кош хабле бирам намазер зара ширек очагам, игак отагав нахшушит гагозешт. Ауз биллах мина шайтан ирагим, бисмиллах рахман рахим. Алтады шагу шабу, дишашу киту ноба, ма муслиман хамжа маза шабу, рамазан шабу, дазы тава, дазы гадажам шат хуриде. Ноба, алтадам, рамазан мазут хуган ахуар, назурман мазут хуган ахуар, Аллахам даху дига ухри, гид даха дитрига хаши яси, Аллах, агайд углдит фахуну. Потому что когда ди ану, когда дахе ди ану, ди чага ди ану, ди унагохам, ди тиш хаже, ди сабихам же, ты что когда дахе, а тогда дахе, а тогда он ди где ди пасал, ха ход ходу, а тогда чагу сабам, я то нереги, не раз на мусульманам, а он еще фиш шаге, ноба, идмахва, ноба, беремахва, ноба, иднамазри, ча Алатадам дешава, алатадам шару шапам, шукур фаджа. Араши Аллах, потому что ди ана рара, алатадам шагу вапра ди три, ди нажмазари габил твижу. Зи нажуфахам я нажмазар габил фахуну, зи нажахам я алатадам, я нажуфуну, амал гариту, я то нерага нажмазмазам, да хути хафина мусульманам, алам яши шади шаги. Ноба, хидмахам, Вызашего видео, вызашего гуфу, вывинаго рихаме, вахо гуфу, вывинаго ханам вахо гуфу, я ходу ноба, дунем, алатайду шагу шапам, тхи ганаха шапам, дитету, аллахам, нобали маху дахаджа, дигадаш. Ма ноба мис, сазбжао хауа, хабзазат хуахауа, кахасам дашхами, тхада хвисауну, дагайгвата, Абимит, дешам, тхадах, весаун, аджа, шайш, юмурадр, шайш, изаним хвиту, я ходу махаши, Аллах шау шапам, цухур, танагуанами, танджи газанами, Аллах, узихаханам, унагу зараханам, хэри рарих, барашат рарих, зашугу вичу, нобар, псадир, псадир, мишкар махвишу, хабзам, гадита махвишу, дахаджа, Аллахам зажина мусульманам, аллахам шади шаги. Сифхугу фазадиджами, аллахам хайдугл дефуиш. Аши уж мафадаху мафахярам, че я блягахам, я губсахам адажи блягах, че я фагушах бирам даха тиханхау, узан шагамра губсафанагамра я унауха мишинхау, афасляух. 17 июня ежегодно отмечается День медицинского работника. Как стало доброй традицией, в канун этого события глава Кашхабского района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев посетили медучреждения района и поздравили сотрудников Кашхабской центральной районной больницы. Профессии врача всегда относились с большим уважением, ведь без этих людей невозможно развитие человечества. Ежегодно 17 июня в России отмечает День медицинского работника. И у нас в районе стало доброй традицией чествовать наших дорогих медработников. В канун профессионального праздника глава Кашхабского района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев посетили медучреждения района и поздравили сотрудников Центральной районной больницы с таким прекрасным днем. Сегодня мы собрались в этом зале поздравить медицинских работников с профессиональным праздником. День медицинского работника – один из самых значимых и почитаемых профессиональных праздников в нашей стране. Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах
основана наша профессиональная деятельность. И это заставляет каждого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда. Конечно, очень трудно каждый день делить с людьми их боль, дарить надежду и вселять оптимизм. Но именно это и делают те люди, которые связали себя с медициной. На нашем праздничном мероприятии присутствует глава администрации муниципального образования Кашхабльский район Хамирзов Заур Аскарбиевич, председатель районного совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район Брянцев Александр Валентинович. Профессия врача действительно очень древняя и очень значимая. Очень правильно было сказано, по зову души люди идут именно в эту профессию. Она очень трудная, она очень ответственная, потому что за врачебной ошибкой стоит человеческая жизнь, иногда судьбы людей, судьбы целых семей. И то, что эта профессия очень уважаемая, очень востребованная, говорит факт по нашим выпускникам, которые хотят связать свою жизнь именно с работой в медицине. Сегодня вот в этом зале сидят люди, которые, я говорю искренне, по зову души работают в этой сфере. Это не только врачи, это не только медицинский персонал, это и хозгруппа, это дружный коллектив Кашхабльской районной больницы, которая стоит на очень хорошем счету. Сегодня я хотел бы еще раз вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Главное – здоровье, терпение, крепких нервов. Удачи всем вам, вашим семьям. Спасибо. Здоровья вам, прежде всего, самим. Счастья, благополучия, хороших пациентов, достойной оплаты за ваш труд, очень востребованы в нашем современном обществе, большой душевности, большой сердечности. Все, чтобы у вас получалось, все ваши намеченные планы реализовывались. И удачи. Еще раз наступающим праздником. За многолетний добросовестный труд ряд сотрудников были награждены почетными грамотами главы районной администрации. Своих коллег с таким замечательным праздником поздравил главный врач Кашхабской ЦРБ Заур Бихашев. Прожит год, и снова наша встреча по такому замечательному поводу. Хочется сразу многое сказать, но самое главное, это, конечно, пожелание каждому работнику, каждому сотруднику нашей организации крепкого здоровья, счастья, личного счастья, семейного счастья, сил, терпения, материального благополучия, достатка в семье. Ну и чтобы мы с вами все вместе не стояли на месте, неуклонно двигались вперед, в ногу со временем шагая, не опережая события и не отставая от времени, а именно что в ногу с современностью. Хочу, конечно, поблагодарить наших уважаемых гостей, главу администрации района и главу депутатского корпуса за постоянную поддержку. За сегодняшний визит, конечно, отдельная особая благодарность, но их поддержку я и, я уверен, мы все вместе ощущаем, чувствуем постоянно. На торжественном собрании в адрес медицинских работников прозвучало немало добрых слов, и все они получили заслуженные награды. Важность и сложность медицинской профессии невозможно переоценить. От их работы зависит здоровье и жизнь наших жителей. Хочется сказать людям в белых халатах огромное спасибо за самоотверженность, за профессионализм, за ежедневный труд во благо района. Ежегодно 12 июня в Российской Федерации отмечается праздник «День России». На днях наша съемочная группа побывала в Центральном парке аула Кашхабль, где прошло праздничное мероприятие, посвященное этой дате. 12 июня по всей России отметили один из основных государственных праздников Российской Федерации – День России. На днях в Центральном парке аула Кашхабль прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню России, где и побывала наша съемочная группа. В процессе мероприятия детям предложили спеть гимн Российской Федерации, с чем они прекрасно справились. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы празднуем большой праздник – День России. День России можно праздновать весь июнь. Это наша родина. И нам действительно есть о чем сегодня поздравить друг друга.
Мы живем в великой стране, с нее не менее великой истории. Нашими учеными сделали важные открытия, а достоянием нашей культуры могут позавидовать многие другие народы мира. Этот праздник отмечают сегодня во всех частях нашего государства. Мы чествуем нашу великую страну с ее традициями, с ее историей, с ее народами, с ее победами. День России – это день величия нашего государства. С праздником, дорогие соотечественники! Дорогие друзья, на каждом торжественном мероприятии обязательно звучит гимн России. Сегодня мы предлагаем вам спеть гимн нашей великой Родины. Всем вместе, внимание, при вносе государственного флага России, флага Республики Адыгей, смирно! Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, отличная доля, великая слава, стоянная смелая, на северной Затем зрители стали свидетелями и участниками танцевального песенного шоу. День России тихо в двери к вам стучится, на порог скорее его впустите. Пусть страна родная солнцем озарится, ну а вы всегда в гармонии живите. Пусть всегда Россия наша процветает, никаких пускай не будет потрясений. Лично вам любить я Родину желаю и ценить ее, не ведая сомнений. Дорогие друзья, все мы на нашей планете близкие люди. И сегодня мы споем вам эту композицию. Я приглашаю сюда Цаликову Эльмиру. Если выбрать тело, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, черных и белых, и в толпе прохожих взять бы и обнять человека, мы ведь так похожи. На любви не видим запрета, все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди, мы все мы по сути, как ни крути. Видно было всех одиноких, видно было сколько, сколько половина для многих. Это же несложно взять и полюбить чью-то душу. Мы ведь все похожи, мы любим нараспашку наружу. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Близкие люди, близкие люди. Близкие люди, близкие люди, я и ты. Жесть рукопожатий,
разберут проблемы на части. Но лишь одно объятие нам дарит необъятное счастье. Все мы, по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы, по сути, как ни крути. Великую Россию, но у каждого из нас есть своя малая родина. Тот уголок земли, где ты родился, где прошло детство, где живут родители, друзья, где находится отчий дом. Слово «малая родина» у каждого своя. А наша малая родина — это Россия. Республика Россия. Аул Кашхабль. Молодцы, Кашхабльский. Молодцы, это самый замечательный, самый красивый, самый гостеприимный, хлебосольный и солнечный край. Вы со мной согласны? Да! Отлично! Празднуем сегодня День России, и родной наш край достоин восхищения. Говорим без лишних слов сейчас. Адыгею славят поколения. Ну, а вы знаете, что у нас в России живут люди разных национальностей? Сегодня цыганочки вам нагадают счастливое будущее. Встречаем бурными аплодисментами. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит без век. У цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. Потом пропасть.
что это праздник свободы, справедливости, согласия и гражданского мира в стране. С каждым годом празднование Дня независимости России обрастает своими традициями, особенностями и символизмом. А продолжает наш праздничный концерт «Сателлит Акунова» с песней «Кручусь-верчусь». Встречаем!
smoother than a fresh drop. Skip it. Too hot, hot damn. Got a police and a fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon run a retirement. I'm too hot, hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. I'm a band about that money. Break it down. Girl sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Лето — лучшее время отдыха не только из-за теплой погоды, но и самых длинных школьных каникул. С 10 июня в школах Кашхабского района начали работать лагеря с дневным пребыванием. Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста. Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. С 10 июня во всех школах нашего района начали функционировать пришкольные лагеря дневного пребывания. Лагерь «Лесная сказка» на базе СУШ номер 2 аула Кашихабль не стал исключением. Наш летний лагерь «Лесная сказка» функционирует с 10 июня по 31 июня включительно. Нас посещают 140 детей с обеих школ, Кашхабльская СОШ номер 1 и наша. Дети разновозрастные, от 5 до 14 лет. Каждый день у детей насыщен. Воспитатели проводят для всех различные мероприятия, спортивные эстафеты, викторины. Утром мы начинаем с зарядки. К 8 утра дети приходят. Затем у нас игры на свежем воздухе. Сегодня у нас была эстафета, посвященная Дню России. Затем у нас завтрак в 9 часов, затем у нас конкурсы. Сегодня у нас был конкурс, ГШИ нам показывала концерт, посвященный празднику. Затем был конкурс на рисунка на асфальте. Сейчас мы вернулись с концерта, у нас обед. Затем у нас будет свой конкурс, эстафета на лучший рисунок на асфальте. Ну и, конечно же, меню для детишек разработано в соответствии со всеми требованиями, что включает в себя молочные, мясные блюда, фрукты и овощи. У нас двухразовое питание, утром завтрак. Он состоит из различных блюд, молочных, супы молочные. Сегодня у нас был творожок с фруктами. И обеденный завтрак, обед, жидкие блюда, супы разных видов. Сегодня у нас борщ, лещипс, кашка. Все, в общем, питание очень разнообразное. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. На этом информационный выпуск подошел к концу. А я с вами прощаюсь. До свидания. Это тот, кто вынес котенку попить молока. Это те, кто своих в беде не бросает. Это те, кто рядом, когда они нужны. Не один раз на камеру, а каждый день после школы. Это тот, для кого дети не бывают чужими. Это тот, кто готов поделиться самым необходимым. Это те, кто ценит жизнь.